Идеология. Change the world together. CVT. Призм. Призм – это разработка общественного движения CVT, результат работы очень сильной, если не сказать самой сильной, международной группы программистов, имена которых на данном этапе я не могу раскрыть, исходя из соображений безопасности. Призм не имеет эмиссионного центра и может использоваться как абсолютно прозрачная блокчейн и децентрализованное платежное средство. Преимущества призм по сравнению с тем же биткоином очевидны. Скорость транзакции призм не превышает 1 минуты. Пропускная способность не ограничена. Минимальная комиссия составляет 0,5% от суммы перевода, но не более 10 призм. То есть, при переводе 1 миллиона долларов через призм из одной точки мира в другую, комиссия составит всего 10 долларов. Благодаря технической реализации, отличной от всех других криптовалют, концепции эмиссии новых монет призм по мере своего развития становится еще более децентрализованной. Открытый исходный код здесь. https://github.com/prismspace/prismcore. Миссия призм – осуществить плавный переход от мировой финансовой системы, основанной на долларе США, к криптоэкономике, экономике будущего, построенной на блокчейне. Призм использует технологию блокчейн и ядро NXT Core, которое в процессе развития проекта было полностью переработано. В результате на практике едва ли не впервые был реализован уникальный механизм парамайнинг, когда эмиссия новых монет отвязана от процесса майнинга-форжинга, как это происходит в любых других криптовалютах – Proof of Work, Proof of Stake. В призм эмиссия новых монет осуществляется децентрализованно на кошельках всех пользователей сети одновременно. Благодаря этому по мере развития сети с генезис кошелька новые монеты распределяются на все большее количество адресов. Таким образом, с течением времени призм все больше распыляется и становится все более децентрализованным. Скорость создания новых монет зависит от двух факторов. В механизме парамайнинг использованы элементы маркетинга на блокчейне. Благодаря этому сеть может развиваться сама, расширяясь и вовлекая все больше и больше пользователей, как социальный вирус. Призм никогда не станет центристской моделью, как биткоин или поствалюты. Установка ноды и создание блоков на следующий день доступны каждому пользователю на его домашнем компьютере, и эта задача в будущем не станет усложняться. Парамайнинг призм уникален и реализуется впервые. В криптовалюте призм полностью устранены все минусы и собраны все плюсы других мировых криптовалют. С момента запуска, 17 февраля 2017 года, команде удалось не только доказать жизнеспособность проекта в агрессивной среде, но и его перспективность и долгосрочность. Показательная деталь. Призм оказалась едва ли не единственной криптовалютой в мире, которая не поддержала нисходящий тренд курса биткоина по отношению к фиатным валютам. Уверен, что призм не только догонит биткоин по капитализации и числу пользователей, но и обойдет его, так как по всем техническим параметрам его превосходит. Ведь проект прежде всего задумывался как удобное и современное международное платежное средство, которым биткоин так и не стал. Мы создали призм, потому что до нас никто не создавал криптовалюты, которая печатает и распространяет деньги без централизованной силы и которая по мере своего развития становится еще более децентрализованной. А низкая стоимость транзакций позволяет использовать ее как полноценное платежное средство. Сегодня мало кто готов заплатить 20-25 центов за быструю транзакцию в биткоинах или эфире за чашку кофе стоимостью в 1 доллар. Почти все существующие криптовалюты – это форки биткоина или токены на блокчейне эфира. Призм не является ни тем, ни другим, поскольку даже написан на другом языке программирования. Биткоин, его форки – на C++, Prism на Java. Prism бесконечно далек от концепции POF, но и POS не близка для Prism.
Дело в том, что полулегендарный Сатоши Накамото понимал первую часть криптовалютной революции – получить возможность печатать деньги. Но он так до конца и не раскрыл вопрос возможности распространения этих денег, который на самом деле является самой важной деталью этого пазла. Это упущение создало критическую уязвимость в экосистеме биткоина. Вместо того, чтобы распространять деньги по всему миру, система сменила центральные банки на группу майнеров, которые устроили хаос в системе на годы, задерживая необходимое улучшение софта, такие как SegWit, и угрожая бессмысленными хардфорками, чтобы сыграть на понижение и скупить еще больше монет по низкой цене. В итоге биткоин, изначально обладавший децентрализованной моделью, с каждым годом все более концентрировался в руках майнеров и биржевых спекулянтов. На базе криптовалюты Prism спроектирована абсолютно новая система, которая раз и навсегда изменит мировую финансовую и экономическую среду. Секрет в том, как распространять деньги в момент их создания и дальнейшей эмиссии. У 99,9% ныне существующих криптовалют для того, чтобы смайнить новую монету, необходимо подобрать пары простых чисел, благодаря которым генерируется блок. За это Genesis блок дает вам монету в качестве вознаграждения. В Prism все устроено принципиально иначе. Эмиссия монет никак не связана с генерацией блоков в блокчейне. По сути, форжеры — это энтузиасты, которые поддерживают сеть в работоспособном состоянии и не генерируют новых монет. Они просто получают фиксированную комиссию от транзакций, которые были записаны в созданный ими блок. А генерация монет производится всем пользователям одновременно, что ведет к еще большей децентрализации. Невозможно накопить в одном месте монет с перевесом в 50%. Чем больше становится пользователей, тем сильнее сегментируется сеть, тем на большее количество адресов Genesis нужно генерировать новые монеты. Чтобы получать больше монет от Genesis, пользователи вынуждены не только концентрировать у себя монеты, но и раздавать их своим последователям, популяризируя систему и ведя ее к большей децентрализации. То есть генерация монет производится за хранение, вне зависимости от того, создаешь ты новые блоки или нет. Генерация монет производится на имеющийся баланс. Сегодня в мире нет ни одной криптовалюты, именно криптовалюты, а не огромного количества хайпов, выдающих себя за крипту, в которой бы функция генерации новых монет была бы отвязана от функции генерации новых блоков и поддержания работоспособности сети блокчейна. Prism — это единственная на сегодняшний день криптовалюта, у которой блокчейн и генерация монет — это разные стороны одной медали. Только такой подход впоследствии позволит сохранить первоначальную концепцию децентрализованного, открытого, прозрачного и подконтрольного огромному числу пользователей финансового инструмента. На сегодняшний день Prism действительно является единственной криптовалютой, в которой решена проблема 51%. Как и за счет чего? Во-первых, мы реализуем предмайнинг небольшими суммами по максимально большому количеству участников. Нам не нужны инвесторы, нам нужны партнеры, способные распылить в своей стране призм по максимально большому числу участников. Таким образом, мы решаем задачу максимальной стартовой децентрализации. Себе мы ничего не оставляем, так как не хотим быть ахиллесовой пятой системы. В отличие от Сатоши Накамото, мы живые и публичные люди, и мы создаем абсолютно децентрализованный финансовый инструмент. Во-вторых, даже если кто-то из денежных мешков постарается скупить большое количество призм, сделать это будет очень сложно, так как при увеличении спроса цена на призм пойдет вверх. Из-за ограниченного количества призм в обороте и его уникальности люди вряд ли будут охотно с ним расставаться. В свою очередь, это может привести только к еще большему притоку новых участников и масштабированию сети. Но самое главное заключается в том, что над денежными мешками, пытающимися скупить призм, в любом случае будут находиться цепочки участников, последователями которых они будут являться.
увеличение личного баланса будет ускорять прежде всего скорость парамайнинга, эмиссии новых монет, у тех, кто стоит над тугими кошельками. На практике это позволит денежному мешку получить большой доход, но власть над системой он не захватит, так как его вес и влияние в любом случае со временем будут только снижаться. В связи с тем, что эмиссия новых монет осуществляется абсолютно всем участникам, по мере развития сети с генезис кошелька будут отправляться монеты все на большее количество адресов. То есть по мере развития сети она становится более децентрализованной. Участники, чтобы получить больше монет, вынуждены раздавать их и расширять сеть последователей, а не концентрировать их у себя. В Призм любой участник на своем домашнем компьютере может поднять ноду и с балансом в 1000 призм создавать блоки, поддерживая работоспособность сети и получать вознаграждение в виде комиссии от сделок, вписанных в созданный им блок. Да, чем больше монет на балансе кошелька, тем выше шанс сфоржировать блок. То есть, если у вас на балансе 1000 монет, вы создадите один блок в сутки. Если 10 тысяч – 5. Если 100 тысяч – 10 блоков в сутки. Но к эмиссии новых монет форжинг и процесс поддержания работоспособности сети не имеет никакого отношения. Это и есть основное отличие призм от биткоина и его форков, а также эфира и токенов, созданных на его блокчейне. Тот факт, что мы первыми и единственными на сегодняшний день решили проблему 51%, экспертным сообществом уже не оспаривается. Результаты нашей работы были по достоинству отмечены экспертным сообществом. Многих это напугало прежде всего тем, что делает несостоятельным концепции сотен криптовалют, а и чьи-то планы несбыточными. Но мы уверены в том, что будущее именно в децентрализации на блокчейне, а не в иллюзии этой децентрализации, которую нам сегодня пытаются навязать. Уверен, завтра в мир придут криптовалюты нового поколения. С технической точки зрения совершенные настолько, что оставят далеко позади таких динозавров, как биткоин. Технология блокчейн действительно открывает перед человечеством новые горизонты и возможности, в том числе и по использованию криптовалют. Но для этого надо снять розовые очки и заниматься созданием криптовалюты будущего.